Всем привет! Разобрался тут главный тормозной цилиндр на Форде. Потек у меня вот с этой стороны, трицельник, скорее всего, износился. 5-минутное видео записываю. Заказал ремкомплект. 300-400 рублей. Сейчас буду менять. Дальники, собирать это все назад, промывать. Вот этот болтик нужно выкрутить, чтобы вот это все выскочило оттуда. Сначала думал, как его вытащить. Так оно все собирается, потом не знаю, как, конечно, собрать его назад. Но соберу, я думаю. Промою там все, почищу, потом сниму.